Всем привет, с вами Катюха. В этом видео я расскажу про мои обновочки. Первую обновочку вы сейчас можете наблюдать на мне. Это такая толстовка, называю ватник типа. Толстовка, я не хочу ходить в школу, под катками. Вот. Вам кажется, что она мне велика? Нет, она даже очень хорошо сидит. Такая теплая внутри. Сейчас, я не знаю, видно вам или нет, она такая тепленькая, как очень мягкая вообще. И толстая очень. И, в общем, вся такая прикольная. Сейчас. Вот. Здесь на ней написано Stars, звездочки. Звездочка. И здесь очень круто сделано, как будто эта надпись летит. Так, она такая прикольная вообще. Мне очень она понравилась, хотя выбирала ее мне мало, я с ней не ехала. Вот, вообще крутяцкая. И вторая обновочка, это пижама. Сейчас я вам ее покажу. Вторая моя обновочка, это вот такая пижамка. Такая пижама, сейчас я, наверное, дальше стану. Так, вам ее, наверное, лучше видно или нет. Одну секундочку. Вот так. Ну, так вы можете наблюдать милых котят, похожих на Пикачу. Такие котятки. Такие миленькие котятки, такие вот. Они разненькие. Есть такой на сердечках, есть вот такой. Это типа мышка была. И вот такая кофточка. Очень милая. Сзади надпись нет. Ну, картинки этой нет. Только спереди. И самые обыкновенные розовые штаны. На этом мое видео заканчивается. Всем пока-пока. Оставайтесь счастливыми, позитивными, любите жизнь и знайте, мы вас любим. Пока-пока. И не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. С вами была Катюха. И на этом мое видео заканчивается. Я вас очень сильно попрошу, ждите новых видео, подписывайтесь на мой канал. И просто... Кстати, ждите видео, мою распаковку Реборна. Она будет вообще крутяцкая. Вы можете сзади меня увидеть. Вот такая я сзади. Снимаю себя на телефон. Такая я. Ну и потом покажу вам видео, типа обзор на Реборна. Вот так. Ну все, пока. Обязательно ждите новых видео, подписывайтесь на канал. И обязательно не забывайте ставить лайки. Умоляю вас.